Добрый вечер, святые. Я верю, что мы жаждем поклоняться нашему Господу. Аминь. Что для нас нет ничего милее, чем это слово. Услышал голос я, родной. Услышал голос я, родной. Поспешно шагаю за тобой. И тот, кого любит душа моя, знаю, что я есть часть твоя. Дом пира, Господь мой вел меня. Я слово вкушаю день изо дня. Спасение мое, святая кровь, и знамя его надо мною. Любовь. Нет ничего мне дороже. Нет ничего мне милее. Принадлежит лишь тебе сердце Божие. Ты царь всей жизни моей. О, мы хотим ему поклоняться. Буду тебе поклоняться. Буду тебя каждый день прославлять, как велика и прекрасна. О, его благодать. Во мне твоя благодать. Сокрыть я высоко в скале. Пусть ветры здесь воют на земле, угроз шумных волн я не боюсь, ведь ты обещание исполнишь, Иисус. Уж близок тот долгожданный час, не слышало ухо, не видел то глаз, что Бог приготовил для своих. Гряди же скорей, о небесный жених. Аллилуйя. Нет ничего мне дороже. Аллилуйя. Нет ничего мне милей. Принадлежит лишь тебе сердце Божие. Ты. О, пусть ему будет приятна наша хвала. О, я буду тебе поклоняться. Буду тебе поклоняться. Буду тебя каждый день прославлять. Так велика и прекрасна. Где твоя благодать? Не отвергни, Бог, молитву твою, молитва укрепляет. Господь своих не оставляет, на нужду Он отвечает, Он отвечает. Терпеливо ожидай и смотри, что для тебя Он совершит. Доверяйся, руки к Богу вознеси, хочет Он тебя вести. Поклоняйся в испытаниях, поклоняйся в боли и страданиях, поклоняйся.
доверяй Христу, слышит Он хвалу. Бог идет пред тобой, изрекает, да будет. Он освобождает и раны врачует. Ополчаются ангелы со всех сторон. Он проводник, Господь наш силен. Верим Ему, Он не подведет. По трудным дорогам с тобой Он идет. Это твой день победы, руки ввысь подними. Богу славу воздай, благодари. Господа славь, благодари. Господа славь, благодари. Господа славь, благодари. Господа славь. О, но может кажется, может кажется, что Бог молчит, и на мольбу Он не отвечает. О, но в это время, Бог прокладывает путь. Нас Он чудо совершает, Он совершает. Терпеливо ожидай и смотри, что для тебя. О, аллилуйя! Вера — это шестое чувство. Он совершит. Доверяйся, руки Богу вознеси. Хочет Он тебя вести. Поклоняйся в испытания. Поклоняйся в боли и страдания. Поклоняйся, доверяй Христу. Слышит Он хвалу. Бог идет пред тобой, изрекает, да будет. Он освобождает и раны врачует. Ополчаются ангелы со всех сторон. Он проводник, Господь наш силен. Верим Ему, Он не подведет. По трудной дороге с тобой Он идет. Это твой день победы, руки ввысь подними. Богу славу воздай, благодари. Лишь Господа славь, благодари. Господа славь, благодари. Господа вновь быть вместе, собраться, восхваляя того, который заботится о всех наших нуждах, к которому мы можем прийти, доверяясь во всем и ожидать просто в терпении того ответа от Него. Давайте склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы можем прийти с этим вечером в Твое присутствие, Господь. Мы, Боже, зная, Господь, что Ты держишь наши жизни в Твоих руках, Господь, каждую ситуацию, мой Боже, каждая ситуация под Твоим контролем, Отец. Спасибо Тебе за то, что мы можем собираться вместе, подставляя плечо друг друга, зная, что Ты, Господь, действуешь в Своем теле, Господь, которое Слово, которое сейчас стало плотью, которое живо и действенно, Отец. Спасибо Тебе, Иисус.
то, что Ты поднимаешь нас, Господь, ободряешь, Отец, помогаешь продвигаться вперед, Отец. И я прошу, чтобы Ты пришел этим вечером, Господь, особым образом, Отец, помазал, Господь, певцов, музыкантов, Отец, как мы входим, Господь, в этой хвале, Господь, в Твое присутствие, Отец, в ожидании, Господь, что Ты совершишь нечто чудесное, Отец мой Боже, как Ты, Господь, совершал это прежде, Господь, изменяя нас, Господь, преображая изо дня в день в тот облик, который Ты хочешь видеть, Отец. Я прошу, чтобы Ты благословил также проповедующего сегодня, Отец, мой Боже, чтобы, Господь, это слово укрепило нас, Господь. Ты знаешь, в чем мы нуждаемся, Отец, что нужно, чтобы ободрить нас, Господь. Мы благодарны, что мы можем прийти к этой скале, Господь, Боже, и лизнуть этого меда, Господь, чтобы получить исцеление, Господь. Иисус, в этот день, Господь, от той нужды, в которой мы находимся, Отец, спасибо Тебе, то, что мы можем прийти, Господь, воздавая Тебе эту хвалу, Господь, доверяясь во всем. Я благодарю Тебя и веряю этот вечер под Твой контроль во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Зеницу ока, Бог меня хранит, как орлица строга, Он за мной следит, огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Огненной стеной. Огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Он не снемогает и не устает, выход мой вход. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. О, мы сегодня пришли к этому Эль-Шадаю. Знаю, к Эль-Шадаю я могу прийти, силы получаю от Его груди, вечной благодатью увенчал меня, как седьмой печатью встретился с Ним я. Вечной благодатью увенчал меня, как седьмой печатью встретился с Ним я. Он никогда не повернется. Он не повернется никогда спиной, хоть идти придется узкою тропой. Помню, что для Бога дорог я всегда, как зеницу ока Он хранит меня. Помню, что для Бога дорог я всегда, как зеницу ока Он хранит меня. Как зеницу ока. Как зеницу ока Он хранит меня. Мы
Нету Христа другого тела, Господь разместил нас в своем уделе. Себя выражает Он в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важно. О, вы верите этому? Аллилуйя! В каждом из нас есть сосуд силеем. Каждый из нас уникален в теле. Господу буду служить с усердием. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Пускай Он нас использует. Используй меня, Отец, сегодня. Не буду откладывать труд Господень. Готов послужить я прямо здесь и сейчас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и Давайте я. Давайте еще раз споем. Используй меня. Используй меня, Отец, сегодня. Не буду Мы можем сотворить вокруг святую атмосферу. Готов послужить я прямо здесь и сейчас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Ответственны мы. Ответственны мы занять наше место, чтоб образ Христа возросла невеста. Господь нуждается в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Невеста Христа. Невеста Христа — это ты и я. Невеста Христа — это ты и я. Бога под контролем все, Он властелин всего. О, ничего не происходит. Не происходит ничего без ведома Его. Аллилуйя! И видим мы, как действует наш неизменный Бог. И множество еще побед нас несомненно ждет. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное, Бог сражается сам за меня. Больше тех, кто за нас, о, больше воинства, тех, кто за нас. Из Иисуса Навина. Вождь воинства Господнего, здесь сам Мелхиседек. Аллилуйя! И можем мы из рук Его принять вино и хлеб. Ведь манна сокровенная для тех, кто победит. И в этом мире тления сегодня устоит. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Я вижу сокровенное, чего не видит мир. Аллилуйя! Другое измерение Господь мне приоткрыл. Хотя вокруг смятение, спокойнее вполне, по
посредством откровения дает Бог видеть мне. Аллилуйя! Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас, больше тех, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Тех, кто за нас. И я вижу сокровенное. И рад, что многие вернулись, пусть Бог благословит. Хорошо, слетались, вернулись, замечательно. И наши братья здесь тоже, и сестры наши здесь. Божья семья здесь, да? И Божья семья и на связи еще. Поэтому у Бога нет границ, его невозможно, понимаете, в рамки... Наше неверие только или наше мышление неправильно может его в какие-то рамки поставить. Но вообще, там, где Дух Господень, там свобода. И потому да поможет нам Бог, да, друзья, чтобы мы могли бы наслаждаться его присутствием. Я хочу тоже ободрить вас, пока вы стоите. Откроем место Писания. Располагайтесь на свои места, пусть музыканты пройдут, занят тоже свои позиции и на местах. Итак, я хочу немножко коснуться то, что наш пастор говорил, брат Павел, из той проповеди «Искупление силой». Вот, как-то говорил с братом Димом тоже, и смотрю еще брат Павел, так, и проповедь это воскресенье. Хорошее, правда, слово было замечательно. И просто думаешь, ну, искупление силой. И так она как-то заманила меня, знаете. Потому что он там прямо ну, серию проповедей говорит, искупление кровью, искупление силой и, так, и дальше. И вот просто думаю, ну надо же, такие вещи прекрасные. Сегодня, может, мы в конце сможем помолиться, и нечто Господь, я думаю, нам поможет. Потому что... Вождь воинства Господнего здесь. И поэтому, я думаю, знаете, когда просто ты говоришь какие-то вот вставки или там слова, это не то. Но когда ты видишь это в слове, и когда Бог будет помазывать слово, это будет по-другому, правда? Итак, давайте вместе откроем Луки, 10 глава, 17 стиха, пока вы стоите. Прочитаем. До 24-го. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Он просто сразу делает ударение, чтобы мы не зациклились бы на первом-втором кружке, а нечто он проделывает, чтобы мы могли бы дальше войти в эту веру, совершенную веру. «В тот час возрадовался духом Иисус». Обратите внимание, Он рассказал про вас, что ваши имена написаны на небесах, и настолько он возрадовался. Удивительно, правда? Давайте прочитаем. «И в тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Эй, Отче, или да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Помните наше взаимоотношение Авраама, взаимоотношение Моисея?
если я приобрел благоволение пред очами твоими, милость, то есть, благодать, да? И он здесь показывает на это. Ибо таково было твое благоволение к вам, а, друзья? И, обратившись к ученикам, сказал: все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им наедине. В оригинале у нас особо там наедине. Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Господь Иисус, благослови прочитанное слово. Мы приглашаем Тебя, чтобы Ты послужил для нас в этот вечер, для Твоих детей, которые собрались здесь и на связи с нами. Пусть Твой Дух Божий действует среди нас, Господь Иисус, чтобы мы могли бы, Господь, увидеть славу Твою, чтобы это оживило бы нашу внутренность. Я об этом молю, Господь Иисус. Мы отдаемся в этот вечер, в эту вечернюю жертву для Тебя, Господь. Хотим послужить также и Тебе во имя Иисуса Христа, как Ты это делаешь для нас. Аминь. Садитесь, пожалуйста, друзья. Пусть Бог благословит прочитанное слово. Итак, здесь акцент. Смотрите, 70, они радуются. Потом, вы знаете, долго времени не пройдет. Большая часть уходит. Правда? Остается там 12. И поэтому не в этом сама суть. Хотя это помазание, в этом есть сила. И поэтому он говорит: я даю вам власть. Вы видите? Это не они придумали что-то, а Бог им дал власть. И это хочу показать сегодня, в наши дни. Это как пророческое слово. Не просто, чтобы, знаете, потому что мы живем сегодня, правда? А он Бог, я есмь сегодня. И поэтому, да поможет Бог каждому из здесь присутствующих, малый, старый, какой бы он ни был, чтобы Бог мог бы задействовать тот атрибут, который, понимаете, вложил Он Сам еще прежде создания мира. Понимаете? А это есть тот ген. Паш, это ген, понимаешь? Это та часть, то семя, в сердце человека, от которого на кого-то ты смотришь, и кажется, да как ты не можешь не видеть, как ты не можешь радоваться? А другой может сказать: я не понимаю, а чему тут радоваться, а что ты видишь? И поэтому нечто должно, понимаете, свет слова должен прийти, пролить, чтобы нечто ожило бы. Правда? Поэтому эта старая натура, она была у каждого, что закрывало наше естество, правда, нашей души, того гена, то каменное сердце. Это старое, то, что родилось от папы и мамы. Поэтому Бог приходит, чтобы поменять, забирает эту натуру, того сердца каменного, где этот змееныш, и туда вкладывает голубь. Там мягкое сердце, правда, которое впитывает, которая может верить слову, его обетованию, слову часа и все, что ты видишь. И просто мы для этого приходим. Господи, оживи это для меня, правда? Чтобы я не просто отчасти что-то видел. Если мы живем в полноту уже времен, полнота времени настала, правда, друзья? 7 печатей открыты, 7 периодов заканчиваются. Вот-вот, понимаете, эти все вещи, одни идут за другими, правда? Мы живем между 6-й и 7-й трубой. И сильный ангел сходит в Откровении 10. Поэтому что здесь Иисус показывает, поймите, обратите внимание, вы не задавались вопросом, почему вот в это время он говорит: а я видел сатану, который упал с неба, как молния. Правда? Интересно, правда? Потому что в наши дни, давайте мы сейчас прочитаем Откровение 9. Я хочу это соединить, чтобы вы увидели, что это тоже повторяется. И поэтому так цивилизация продвинулась, так скачок такой в науке, правда? Посмотрите, какие машины выходят,
как проговорил, скоро не надо будет управлять. Датчики от того, датчики от сего, они видят дорогу, они видят полосу и так далее, и так далее. Мгновенная остановка, если какое-то препятствие, и все. Ну, кто-то ездит на старенькое, как бы так помечтать, но с другой стороны, ты не расслабляешься, потому что, а вдруг она не остановится? Ну, как бы останавливается, и гарантия есть, и все такое. Но это как бы и расслабляет, правда? Кто пользуется, вот брат Андрей говорит, иногда ты просто очень, особенно если длительная и хорошая дорога, ты прямо это, и там датчики пищат, там, не знаю, раз в минуту или там во сколько времени, ты должен положить руки на руль. Ну, чтобы система хочет убиться, спишь ты вообще заснул или нет? Ну, посмотрите, насколько. Поэтому помните, он говорит, он видел в видении, что не было руля уже в машине, и люди сидели друг к другу, как мини-вэн, знаете, бывает это самое. Вот столик, и они там во что-то играли. А машина ехала по назначенному курсу. Но Господь нас тоже ведь проводит. Откровение 9:1. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Интересно, правда? То же самое. Некая звезда упала. И это уже для нас. Понимаете? И мы просто эти события, мы видим эти параллели, или как это пророчество, потому что он всегда хочет, этот дьявол, этот падший ангел, падший Люцифер, херувим осеняющий, который был, стоял по правую сторону Бога, который все мог, понимаете, он там вел пение, и все вы это помните, да? И он только творить не мог. Но он так сильно упал, что, понимаете, его пищей стало там эти черви, это все, но это если таким языком говорить, правда? Но поэтому нечто происходит. Но здесь что мы видим? Что еще падшая звезда с неба на землю, да, и дан был ей ключ. То есть этой звезде или этой личности дан ключ отворить. До этого времени была крышка ада, это закрыто. Поэтому вы понимаете, да? Эти 200 миллионов сверхъестественных бесов, которые учит наш пророк, они были закрыты. Когда они были закрыты? Кто помнит? Во времена Ноя, проповедника долготерпения, помните? Потому что та наука, которая говорит, они улетали на Луну, это не были там варвары с дубинками. Они летали на Марс, они поставили его на смех, потому что в те времена не было дождя. Не было, земля орошалась росою. Правда? И это было смешно, это поставили, понимаете, в СМИ, в новости. Потому что, представьте, он об этом говорил 120 лет. Вот это проповедник, да? Друзья, у нас тема... Это служение там, допустим... Ну, представьте там. Это серия служений 10523. Мы продолжаем. Вот это хватка. Вот это вера. Правда? Вот это стержень. Не сби. И Бог подтвердил, что это правда. И как шарахнуло, да? Потому что, говорит, было что? Говорит, что-то вышло из-под контроля, брат Бранхам говорит. И поэтому мы понимаем эти вещи, что, друзья, был ядерный взрыв, что, говорит, после этого откинуло землю на 13 градусов. Поэтому, говорит, мгновенная, да, ядерная зима, и так далее. И поэтому ученые сейчас раскрывают, а что это с мамонтами? Как это так? Как это можно так застыть во время ходьбы? И во рту трава. Потому что такой мощный взрыв. И что покрыло? Потому что, ну ладно, не буду входить, но вы помните, будет еще одна, когда отбросит обратно ровно. Аллилуйя! Когда в землю, потому что Бог восстановит землю, все сделает правильно. И это будет опять ядерный взрыв. И будет опять 5 месяцев, это зима. Все это есть в Откровении. Но идем дальше. Здесь нечто событий раскрываются.
Вот так здорово, когда вот вы можете тянуть, знаете. Потому что эта звезда, она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези. Друзья, это все, понимаете, символы. Пророк говорит, книга Откровения, книга символов. И поэтому, говорит, молитесь больше об откровении, нежели о насущном хлебе. Господь, я не могу это пропустить, мне это надо, правда? Если наши имена записаны в книге жизни на Агнце, на небесах, ну это про меня, это про тебя. Друзья, мы нагоним, правда? Если кто-то это самое, все будет хорошо. Поэтому это не из уровня научной там какой-то фантастики. В Библии все написано. Поэтому нам надо только, знаете, как мы приходим сюда, может, в сердце что-то есть сокровенное. Да, но сейчас смотрю на молодого человека. Павел, Паша, ну я не знаю, не обижаешься, да, если я могу так назвать. Но у тебя есть же что-то сокровенное. И Бог, а Бог-то это знает. Брат Юра не знает. И он может просто, может, такое. А ты хочешь вот это знать? Что, говорит, многие пророки, многие цари, говорит, хотели это видеть. Он показывает на видение, да? Или на наш язык опять понимание. Говорит, ты понимаешь, да, что ты видишь? И наслышание. У тебя открыто ухо к Духу Божьему, к тому каналу. Это нечто, друзья. Поэтому, говорит, невеста этих последних дней, она не может быть обольщена, она не может пасть. Это сказал Бог. Это не мы поднимаем нос. Это Он сказал. Потому что Он вас избрал. Он захотел, чтобы вы шли и приносили плод в эти тяжелые, тяжкие, темные времена. Но явился свет. Поэтому падает, кладезь открывается, эти демоны выходят. Поэтому мы знаем, что под пятой трубой это Первая мировая война, Вторая мировая война, и все, что это было. Но мы живем, Откровение 10, между, и там Откровение 11 уже горе, горе, горе. И вот два горя прошли, говорит, третье идет. Или там эти язвы. Поэтому брат Павел говорил об этом исходе, а мы сейчас живем во время. Тогда был исход из естественной земли, из Египта, правда? И Бог подтвердил знамениями, чудесами и всеми этими вещами. Он стоял за свой народ. Он вывел, и он был верен обещавший. Он и ввел. Мы не смотрим там, что были старые драчуны и все эти вещи, друзья. Это все, что? Это все символизирует духи. Духи, которые помазывали людей тогда, и духи, которые помазывали людей сейчас. Поэтому мы сейчас именно видим, что здесь. Нечто что-то выходит. И это все демоническая сила. И поэтому Бог сходит, чтобы ничего у него ничего не выйдет из-под контроля. Аминь. Он сходит, он поэтому ставит ногу. Одну на сушу, другую на море. Правда? А мы знаем в Откровении 13, один зверь вышел из суши, а другой из моря. И мы это знаем. Римская империя, этот красный дракон, и другое это царство Ахава, или это Америка. И все эти, и поэтому он все держит под контролем. Он пришел заявить права. И он смотрит на уровень церкви. Младенцы мы или это самое? Поэтому, да, давайте поспешим к совершенству. Потому что и дым вышел из кладези, и с большой печи помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладези. Давайте дальше. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть. Вы слышите? Власть. Здесь он дает власть вам, а здесь он дает этим нечистым духам тоже власть. Ему на время дана власть. Это не наше царство. Правда? Мы ждем нашего царства. Ну, все хорошо. Поэтому Господь не оставляет своих. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, этой силе нечистой,
чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. А вот кому они имеют доступ. Правда? Здесь не о природе говорится, а здесь говорится о людях, у которых нет запечатления Духом Святым. Ну, если так сказать. Потому что печать Божия – это есть Дух Святой. И дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Все, хватит, да? Здесь раскрываются характерные черты этих демонических сил. Но вам дана власть, в Луки 10 главе он говорит, наступать на всю вражью силу. Потому что, друзья, это вышло с того измерения, снизу. Правда? Ну, наш Господь не зашел с другого измерения и помазывает свою церковь. Аллилуйя! И поэтому мы благодарны Господу за это. Во Господь! И поэтому Он говорит, Иисус возрадовался. Понимаете, то временно, это помазание, да, это было, они еще не имели Духа Святого, у них было только помазание. Но у нас уже по-другому, правда? Поэтому и добавляем здесь Откровение 9. Потому что в этой главе нечто происходит. Да, это, можно сказать, те события, все такое, друзья, но это все взаимосвязано. Эти духи никуда не делись. Они что? Они, наш пророк сказал, они все настроены в конце времени будут только на избранную госпожу, только на невесту. А он настолько, поэтому помните воскресную проповедь брата Павла? А вы стойте спокойно. А я буду поборать за вас. И как бы, понимаете, эти вещи, ну, мы понимаем, когда это было. Когда они гнались, да, фараон, эти тоже демонические силы, которые представляли эти колесницы. Если вы там дочитаете, прочитайте домой, дома, кто это были эти, там, у них кони как железные, были как стук колесниц и все эти вещи. И у них были хвосты, там, как скорпионов, они жалили, ну, помню, вот это все. То есть, очень параллельные события, только там естественно, а здесь уже духовные вещи. Здесь духовные вещи. Здесь нету такого официального фараона и такого, но в то же самое время этому сказать, я могу прочитать между строк. И солому забирают, а надо больше делать кирпичей, правда? И часы, и работа, и все эти вещи. Потому что исходы, они взаимосвязаны. Так, хорошо. Искупление силой. Они нечто переживали тогда, нечто мы переживаем сейчас. Но Бог нас продвигает намного дальше, дальше, дальше. Потому что, когда они прошли Красное море, это только символизировало водное крещение, правда? Оправдание, освящение там через кровь и так дальше. Но сейчас Бог требует еще больше. Наш путь поднимается ввысь, правда? Чтобы нам надо не ходить среди этих змей-скорпионов. Поэтому он говорит, ты наступай, значит, Бог поднимает тебя выше, правда? Выше поднимает. Это замечательно. Искупление силы. Из этой проповеди, 54-й год. Давайте немножко мы почитаем, усмотрите это. И если вы обратите внимание, прежде чем обрушился суд, служители могут со мной не согласиться в этом. Хорошо. Но прежде чем суд начал поражать Египет, Бог послал Израиля в Гесем. Какое-то место было особенное. Если вы помните, что если вы прочитаете исход там 10, 11, 12, что и они потом, и язвы уже были, разделение было, разделительная черта. В Гесемне не было язв.
А в Египте были. Египтяне смотрели, как это так? Так, Бог послал Израиля в Гесем. Они были в Гесеме, и на них не обрушилась ни одна язва. Совершенный прообраз церкви, пронесенный над скорбью. Понимаете? Хорошо. Потом, последней язвой, которая поразила эту землю или поразила Египет, была смерть. Все вы, читающие здесь Библии, знаете. 39 здесь. И посмотрите. Потому что он здесь показывает, что последний враг – это смерть. А мы должны победить последнего врага. Представляете, это поколение победит саму смерть. Вот это да. И это так сказал Божий пророк Духом Святым. И последним врагом, который поразит, а сейчас обратите внимание, еще он нечто показывает, который поразит сейчас церковь, является смерть. В духовном смысле. Те, которые не следуют, не последуют за Христом, в крещении Духом Святым, духовно иссякнут и умрут. Церкви. Это не одна даже, а говорит, церкви множество. Церкви сейчас. Вы можете видеть это? На земле прошло много-много больших пробуждений и евангелистов. Но однако церковь, то есть, говоря о политической церкви, постоянно становится все хуже и хуже. Ее члены живут просто так, как хотят. Делают все, что хотят, но называют себя христианами. И говорят, что с ними все в порядке. Ну, мы слышим вокруг это, да? Ну, давай сейчас себя проверим. Быть христианином значит быть подобным Христу. Не ходите в такое место, в которое вам не хотелось бы ходить, если придет Иисус Христос. Не говорите ничего того, что вам не хотелось бы говорить, когда придет Христос. Не делайте ничего того, что вам не хотелось бы делать, когда придет Христос. Не думайте о том, о чем вам не хотелось бы думать, когда придет Христос. Держите ваше одно побуждение, ваше сердце, сосредоточенным на Голгофе. Аминь. Ходите во свете, как Он во свете. И мы имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает нас от всякой неправедности. Аллилуйя. И здесь мы нечто видим, друзья. И когда, если мы посмотрим, что было восьмой язвой, там тоже саранча. И она настолько заполонила весь Египет, помните, не было такого, что, говорит, съели все. Здесь не сказано ни деревья, ни траву, ничего. А там она все съела это. Понимаете? То есть съела весь-весь урожай. Это было физически. Физически. Поэтому нечто, мы смотрим, что Господь выходит на сцену, что Он от нас хочет. Вы представляете вот эту силу, которую Он дал для церкви, чтобы вам наступать. Правда? Не пятиться назад, не бояться, правда? Не уходить, а наступать. И каждое служение, каждый раз, ты просто каждым исповеданием, каждой молитвой, это твое движение, это движение, друзья. И ты просто, может, ты можешь сказать, там, брат, ну, я еще курю, я еще пью, я еще там, может, лгу, краду. Двигайся дальше. Бог позаботится, он в этой проповеди говорит, Бог позаботится об этом сам. Ого! Вот если бы он это убрал, помните, сколько раз мы слышали? Вот если бы это, приходи, дай, позволь Богу сделать все своим путем. Все, чтобы он это мог усмотреть. Поэтому это очень прекрасно, друзья, когда мы можем это видеть. Аллилуйя.
И бывают у нас проблемы, бывает у нас со здоровьем что-то. Вспомним брата Павла тоже вот. И знаете, и спина, или еще что-то. Но он просто показывает, мы должны просто наступать на это, как было в Иисуса Навине сказано, помните, в 10 главе, по-моему. Мы это все как бы знаем, понимаете, и теология, она есть. Но нам нужна практика, нам нужны взаимоотношения со Христом, нам нужно отождествиться с Ним, правда? А поэтому Откровение 5, она открыла. Поэтому здесь, в Луки 10, он радуется. Никто, говорит, только говорит, отец или сын, он это открывает. Но раз ваши имена записаны на небесах, а где же там это самое? И говорит, что это за книга? Это, говорит, был аж правовой документ, книга искупления, да? А что там внутри, говорит? Что там на страницах? И помните, как он говорит? Это имена верующих, тех людей. Не просто буквально там, страница там такая-то, такая-то. Это символ. Это были люди, о которых Бог думал, чтобы заплатить цену, чтобы цена была уплачена, чтобы все было бы улажено, а потом прийти востребовать, а потом забрать в этот Эдем. Правда? Мы же хотим отождествиться с Ним. Это отождествленные люди с Агнцем, с Христом. Аллилуйя! Ну-ка давайте дальше, друзья. Девяносто седьмой параграф. Это же проповедь. И вот они вышли. И теперь, обратите внимание, искупление кровью вывело их из Египта. Теперь у них должно было быть еще что-то, чтобы повести их дальше к той земле. Мы вместе? Еще что-то? Сейчас они только еще начинают. Они вышли. Да, они были обрезаны, подошли под кровь и выступили. Они достигли чего-то. Они двигались там, зная, что они перешли от смерти к жизни. О, это здорово, правда? Зная, что они имеют вечную жизнь. Но вот сейчас они подходят и начинают появляться трудности. Вот, появляется армия фараона, гонящаяся за ними, чтобы взять их. Пришла беда. Послушайте. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник во время беды. Он цитирует, да? О, я надеюсь, что вы видите это. Видите? Вот, пожалуйста. Знаете? Но послушайте теперь. И он там из этого, 13 стих. Но Моисей сказал народу, не бойтесь. Помните воскресная проповедь? И пророк останавливается на этом. Я люблю это. И он сразу показывает. Я люблю это. Когда Иисус воскрес из мертвых? Друзья, воскрес из мертвых. Он должен воскреснуть из мертвых также для тебя и для меня. Тогда тебе не будет такого страха. Потому что он постоянно говорил, то есть когда он появлялся, помните? Не бойтесь. Шалом вам. Успокойтесь. Не бойтесь. А они все время смотрели, призрак или еще что-то, да? И он говорит, не бойтесь. Аллилуйя. Он приходит, чтобы успокоить. Вот в чем дело сегодня с церковью. Вы до смерти боитесь. Послушайте, а чего вы боитесь? Что потерпите неудачу? Как вы можете потерпеть неудачу, когда вы во Христе? Аллилуйя. Вы не можете потерпеть неудачу. Вы имеете вечную жизнь. Все бесы ада не могут поколебать вас. Вы имеете вечную жизнь. Благословит Бог те, кто подняли руки. Так сказал Иисус. Так что не бойтесь потерпеть неудачу. То есть, как мы говорим, ошибка. Да, ошибка. Так ты же с этой плоти еще. Еще здесь эта кровь, правда? Которая нуждается в искуплении. Но Бог проделал путь. И пусть
Он возьмет контроль. Вот здесь, если башня управления, правда? Вот здесь это важно, друзья. Поэтому он говорит, у нас сейчас битвы, у нас битвы. И когда, говорит, они радовались, они вошли, и песни эти, и так далее. Но потом они видят, помните, они видят большие города, видят этих великанов, у них по 6 пальцев на руках, на ногах. И двое сказали, мы более чем способны. А 10 служителей, мы можем сказать, они говорят, не-не-не, для нас это, зачем нас вводить, наши семьи и самих, в такую землю, где такое? Вы улавливаете? Это же прообраз служителей, которые отказались, понимаете, испугались тех обстоятельств, то, что это окружало. Не-не-не, я об этом проповедовать не буду даже. Может, что-то такое. А он показывает, так ангел идет. Я вместе с вами. Я отделю, я разделю. Я буду поборать, да? Друзья, представьте, они двигались даже по пустыне, если взять еще. Это период этот освящения. Но 40 лет обувь не изнашивалась. Люди не болели, одежда. Но объясните это мне. Это не просто прогулка по автостраде, там парки какие-то, по пустыне. Да, там были оазисы, конечно, но по пустыне люди шли. У нас за один сезон, бывает, разваливается обувь. Бог же обещал, что Он будет помогать, правда? Аллилуйя. Поэтому нечто... Для невесты тоже. Мы должны просто осознать, кто мы. Кто мы, Самуил. Поэтому тогда мы можем востребовать, когда ты видишь, Бог тебя называет по имени. Ты мой. Понимаете? Ты мой. Так я в таком состоянии, или я в таком, у меня еще вот это. Я не про это. Бог говорит, я не про это говорю. Ты хочешь меня услышать? Ты мой. Ты моя. И я хочу, чтобы ты вела себя и вел себя как дочь или там как сын царя. Наступай. Наступай, не бойся, наступай. Иисус Навин, этот предводитель, да, прообраз Духа Святого. Он говорит, ну-ка давайте. А там эти 5 царей, сильные, понимаете? Там рак, диабет. Ну, мы можем называть-то и имена этих царей, правда? У молодежи там дух курения, там порнографии, ну, разные эти вещи. И вот они, но понимаете, Божья армия, ангел, потому что Иисус Навин знал, кого он встретил. Наш пророк знал, кого он встретил. И он говорит, вы все время показываете, церковь такая, это слабо, это слабо. Я вам потом дойду. В этой же проповеди, друзья, я удивляюсь, 54-й год. Просто, понимаете, многие, как вот это влияние пришло, что до 63-го года это был просто как дар евангелиста. Да, он ему сказал это, но пророками рождаются. Это не можно так сказать, так, сдай свое удостоверение сейчас, Рома, а я тебе выдам другое. Молодец, ты это сделал, но евангелистом ты уже больше не будешь. На, вот это пророком. Я, говорит, от чрева матери тебя избрал уже пророком, правда? Вы избранная, это госпожа, друзья. И Бог хочет, чтобы мы именно не боялись. Скажите, брат Бранхам, если бы, 111, если бы я только мог бросить курить, если бы я только мог бросить пить, если бы я только мог перестать красть, если бы я только мог прекратить делать то, другое, третье, не унывайте. Ты думаете, он по плоти так? Вы верите, что это Дух Святой помазывает, высказывает и говорит, друзья, мы бы многое, я говорю, нам самое трудное поверить, что Бог проявляется сейчас во плоти. И если мы только будем это улавливать, эти случаи будут, как у Хетти Райт. Больше, больше, больше. Как пророк.
Нам бы простить только. Помните, он говорит, и я тогда увидел, что с того времени начал проявляться третий рывок. Мы же все это слышали, друзья. Простить бы нам только кого-то. Не унывайте. Просто идите дальше. Бог позаботится обо всем остальном. Вот как он говорит. Брат Бранхам, если бы я знал, что я могу сделать это, я сразу же принял бы Христа. Не беспокойтесь. Шагайте дальше. Просто идите вперед. Вы увидите спасение Господне. Ибо египтян, или этих духов, этих демонов, которые видите ныне, более не увидите вовек. Аминь. Скоро все будет улажено. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи детям Израилевым, чтобы они шли вперед. Мне нравится это. Он же про себя тоже говорит. Потому что мы можем вопиять, мы можем плакать. Когда же, Господи, когда же? А ангел приходит, он говорит, давай все, перестань. Просто скажи им, помните? И он говорит, хватит тебе вопиять. Иди дальше. Брат, сестра, попробуй. Так у меня же это. Иди дальше. Об остальном всем Бог позаботится. Если ты только в это веришь. Так у меня с телевизором, у меня там с сериалами проблемы, у меня там то или у того, у сего. Иди дальше. Об этом всем Бог позаботится. Не, ну надо, чтобы там муж, жена или это. Вот бы мне расстрелять. Ну, другой купят. Ну, или если не сможет, пойдут к соседу. А сейчас уже, знаете, гаджеты эти и все. Да и телевизор не надо покупать, правда? Но Бог пусть позаботится об этом. Этот ангел снизошел, друзья, чтобы эту вражескую силу связать. Поэтому нечто, это не просто как шоу, я понимаю. Это вызов, друзья. И поэтому я понимаю, о чем я тоже говорю. Но вы должны тоже понять, это написано о нас в Божьем Слове. Бог так подписал своей кровью. Наступать. Не отступать, не прятаться, а наступать. Да поможет нам Бог, друзья. Много этих случаев. Да даже все просто мелькает, правда? Мы это все понимаем, все это знаем. Но нам надо просто поверить. Бог так сказал. Иди дальше. Это у тебя, то там. Иди дальше, Бог об этом позаботится. И ты будешь просто радоваться. Понимаете? Как Самсон. И лев этот, он дьявол, да, выходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Помните эту историю? Ну что, помазание сошло. Вот что нам надо. Ибо само помазание будет учить вас. Как нам поступать, друзья? Друзья, Моника, все будет хорошо. Мы только помолились тогда. С сыном все хорошо. Так, друзья, вот это будет из-за чего? Просто давайте откроем сердце Господу. Мы молились, помните? Не было, неделю пропал. Все нормально, сынок, все нашелось, все хорошо. И так все Бог может сделать. Друзья, а что следующее? Сердце матери дальше молится. Как он, что, как с Богом? А да, идите дальше. Помните, он пророк отворачивается. С твоим сыном будет все нормально. И проповедует дальше. А там служитель молится это. Это то же самое, это похоже, друзья, это просто ключи. Аллилуйя. Поэтому он идет, он доверяется Богу, он знает, кто он. Самсон знал, кто он. Я понимаю, что вы наконец мне все покажете, я это все понимаю. Но многое люди вы не видят, что это был тайный Христа. А кто? Он убил льва, да? Это же говорит, не был бы, это коротышка, рыжий. С семью этими рыжими косами. И помните, да, когда он убил льва, потом в этой голове пчелы мед сделали. И брат Бранхам говорит, а откуда этот мед? Читали? То, что когда-то тебя угнетало.
этот бес лежит под твоими ногами. И ты можешь, ну хорошо, или там в том месте, и он подходит. И когда Бог тебя, сынок, освободит, там, оттуда, где было как бы страшно, ты можешь взять мед. Что это? Это переживание с Иеговой Ири. Великий победитель, великий могущественный победитель, который нечто делает в твоей и моей жизни. И ты можешь пойти потом, пойди и съешь этого меда. Вот это была победа Божия. Аллилуйя. Который потом поднял ворота и вынес это. Помните, когда заперли? Демоны заперли. Филистимляне, это же тоже прообраз это все. Ферезеи, хитеи, иусеи. Помните, идите в эту землю. А там вот это вас ждет. Ну, говорит, сражайтесь, рубите. Это земля ваша. Это мое. У меня там семья. И я не собираюсь зависнуть между небом и землей. Понимаете? Не надо этого. Кто-то это уже сделал. На кресте наш Господь Спаситель заплатил эту цену. Не надо тебе идти на крест. Мы в свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Друзья, вот этот свет. Поэтому этот свет, это свет слова. Поэтому, говорит, почему он говорит, нам Голгофа нужна. Она все время, где есть свет, там его жизнь, там его знак, там его кровь. Понимаете? И ты просто омываешься, омываешься потоками этого слова. Вот в чем просто разница. Не ходите во тьме. Ходите, говорит, во свете. А Бог что проговорил, говорит, а что есть свет? Истолкованное, изреченное слово на этот час. Хорошо, давайте мы еще немножечко. 117. Интересно здесь он говорит. Вы всегда показываете, каким нечестивым становится мир. Но вы не можете увидеть, какой сильной в то же самое время становится церковь. Это он говорит, церковь с большой буквы, правда? Его избранная госпожа. Не то, что мы вначале читали. Ее, ту церковь, постигает духовная смерть. Почему? Потому что люди не продвинулись в крещение Святым Духом. Понимаете? Поэтому он говорит, что те, которые старые драчуны, они умерли в пустыне. Они не вошли в обетованную землю. Обетованная земля была прообразом крещением Святым Духом. Для тех, кто не знает. Аллилуйя. Так, она поднимается, стоит в поле, и она маленькое стадо, но, брат, Бог с ней, и она одержит победу так же верно, как Христос воскрес из мертвых. Аминь. Божия церковь никогда не ослабеет, врата ада не одолеют ее. Они показали, что будут против нее. Но они не могут одолеть. Церковь одержит победу через кровь Иисуса Христа для победного марша. Я уверен, только в одном у Бога будет церковь безупречная, без пятна и порока. Аминь. Я так рад этому. Аллилуйя. Ну-ка, давайте мы еще. Псалом 90, посмотрите. Те же мысли. С первого стиха, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Это про вас, друзья. То есть тот, кто живет под кровом, кровля, понимаете, то есть под той крышей, в том месте, еще есть под этой тенью, или под тенью крыл там дальше он показывает, да, и ты покоишься, та же мысль, да, а вокруг-то не очень спокойно, но у тебя нечто здесь. Давайте следующий стих.
говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Друзья, пусть это будет нашим исповеданием. Пусть это будет то, что, когда, понимаете, приходит беда, что ты сможешь сказать, потому что Он будет стоять между тобой и бедой, между тобой и болезнью, да, сестра Жанна? Она же благодаря этой вере, друзья, поэтому нужно, чтобы хозяин дома был. А это, говорит, вера. Иначе что? Злейшие приходят. Все хуже и хуже будет становиться. Я не хочу, как ту первую цитату мы прочитали, что эта церковь, те, которые, они просто духовно начинают, они иссякнут. У кого нету Духа Святого, понимаете? То, что было только помазание на Духе. Они крутили, крутили. Вначале горело. Притча 18:10. Что есть светильник? Дух человека является светильником. Помните, 5 мудрых, 5 неразумных. Но надо еще иметь сосуд. А сосуд вот здесь. Резервуар. Это автоматическое снабжение, правда? Тебе не надо там заботиться. Просто фитиль там, и все. Вы уповаете на него? Он избавит тебя от сети ловца. Понимаете, сейчас разбрасывают сети. И губительная язва. Перьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, истина сейчас с нами. Говорит, я есть истина, я есть путь, я есть жизнь, правда? Сейчас давайте немножко, что же мы еще тут. И не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, выходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. О, Господь, ты такой чудный. Давайте пере... 13 стих. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. О чем здесь говорится, друзья? Если вы посмотрите, это же описание, если там исторические книги, я смотрел это так назывались змеи. Здесь говорится, вообще, ну, кто-то может написать, ну, это змея такая, это, помните, ехидну тоже там апостол Павел бросил. А наш пророк говорит, это была, которая в лицо кусает. Как ее? Мамба. Вот. И это, но сейчас не в то дело, нам сейчас, где там эта змея. Это все под, понимаете, это нечистые духи, это демонические силы. Понимаете, вот куда Бог тебя подымает. Понимаете, поэтому говорит, Иоанн, взойди выше этого всего. Я призываю тебя к этому, не во тьме ходить. Поэтому он здесь именно показывает, понимаете, откуда такая сила, откуда это у тебя? Бог это говорит так. Потому что эти змеи символизируют, понимаете, демонические силы, грех, нечесть и все такое. Но ты будешь идти выше этого, попирать льва даже будешь. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Кто любит его? Кто, говорит, любит его? Друзья, это же... А может, Господь сейчас ангел сфотографировали это? Это бывает. Или мы постеснялись? За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Кто это говорит? Защищу его, потому что он познал имя мое. Да? А что? Он же открыл нам имя. И он знает ваше имя. Слава Богу! Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Да, бывает, друзья. Да, бывает. Ну, чего, поскорбим немножко. Но чтобы радость наша была более совершенной. Но он говорит, что избавлю его и прославлю его. Аллилуйя. Я уже буду заканчивать. Но посмотрите, везде мы видим эти вещи. Поэтому Бог хочет, чтобы мы шли, чтобы мы дальше шли. И он просто, он смотрит на наше желание. Он не смотрит... Он говорит, ну, сможешь ты или не сможешь? Он так не спрашивает, правда? Он просто говорит, веришь ли ты сему?
А как ученики, помните, да, верю, но еще хочу, умножь веру мою. О, Господь, спасибо тебе. 151 параграф. Бог показывает свою силу и показывал ее. Извините меня, я начинаю слишком громко говорить, доказывая искупление силой. Тогда он показал кровь на одном. Он здесь показал свою силу через свою кровь, через искупление. Показал свою силу, чтобы через кровь избежать смерти. Он показал свою силу, чтобы через искупление силой проделать путь спасения. Не запутал, да? Он просто говорит силой, силой, силой. Но везде это присутствует. Что это за сила? Да это его жизнь, это Дух Святой. Он там дальше будет, по-моему, говорить, да? И сегодня вы, которые приняли, аминь, вы, которые приняли кровь Иисуса Христа для вашего очищения от греха, здесь находится сила Духа Святого, чтобы привести вас к крещению Духом Святым. Здесь находится сила Божия, чтобы привести вас от болезни к здоровью. Но многие же в этом нуждаются. Бог, движущийся вперед в исходе Его Церкви. Мы вместе? Бог, движущийся вперед в исходе Его Церкви. Он начинает расцветать, а после Бог соберет свое зерно. Чудесно. Выходя из темноты в чудный свет. Что такое темнота? Неверие. Как мы любим это. Как я люблю. Что это сегодня значит для моей души, друзья? О, друзья, это так чудесно. Понимаете? И поэтому Бог, любящий Отец наш, который все видит, все знает, Он просто проводит, и Он говорит, я буду поражать, я буду это самое. Он говорит, да, нам надо сделать, да, нам надо сражаться. Но мы должны просто... Почему Давид такой был смелый? Почему люди были во времена Саула? Теология же подвела, правда? Очень много знания было, да. Очень высокий был, на голову выше всего Израиля. Но вот приходит маленький паренек. Ну, почему, друзья? В чем дело? Потому что все связано с взаимоотношениями. Понимаете? Не то, что как бы кто-то выучил какую-то молитву. Нет. У тебя должны быть взаимоотношения с Богом. И он знал Бога. Давид знал Бога. Это был муж по сердцу Божьему. Поэтому он, понимаете, он пришел из Вифлеема. Правда? И он взял с этого ручья 5 камней. Говорит, гладких камней. Это вера, проговорит, это вера. Ну, там, может, на английском это связано. Но как бы не говорим, мы можем сказать благодать, что это, но это был камень, это же все равно откровение, правда? А откровение это и является верой. То, что и будет подымать. И поэтому он смотрит, из-за чего такая суматоха? Из-за чего? Почему мы приостановились? Понимаете? Голиаф. Сейчас нету Голиафа. Но бесы те же, правда? И они вызывают, делают вызов. Поэтому что? Мы после воскресного служения гуляли там с братом Димой, Ксюша там, брат Салават был, да, Римвидас, были, да, идем гуляем, все такое. И выходит, понимаете, выходит, это не шершень, это не бык, но человек такой в тельняшке, здесь аппарат, там такая стоит, такая как капсула, это, знаете, датчик, наверное, для мозга. Может, служил когда-то человек. Но ты видишь, он помазан бесом. Откуда вы взялись? Что вы это самое? И он просто, я вижу, он ищет жертву. Он то сначала к Диме, потом к Римвидасу. И такой безумный вид. И это. И, друзья, ты просто видишь, просто думаешь, Господи, а что делать? А он вызывает на плотское. Потому что он еще, знаете, шатает. А ты, я тоже знаю, как ударить. И тоже когда-то боксом занимался. И что тогда? Проигрыш? А может так получится, он упадет и там умрет, или ты его так травмируешь? Это что, будет победа? Нет, это проигрыш. Да, ты плоть, ты свалишь человека. А демона ты не свалишь.
Но когда ты просто начинаешь показывать, кто ты такой, кто мы такие, и мы просто сказать, извини, если мы зашли тут на эту твою территорию, мы сейчас пройдем мимо, и больше это самое не будет. И все, и ты сможешь, раз, и руки опустились, и это. А что это перед... Это? А ты просто понимаешь, просто там дети, там еще что-то. Потому что безумные люди. Мы живем вокруг, понимаете? Но вот так можно пройти, понимаете? Как Прок, да? Победил этого маньяка. Да, это не упал. Но бес был связан. Чем? Цепями обстоятельств. Никакой паники, никакого страха. Ты просто знаешь, кто мы. И мы просто говорим, куда мы идем, это самое. Все, извини, иди к себе домой, никто тебя больше тревожить не будет. Да, он тогда этому быку сказал, он шершню сказал. Но, друзья, это просто пусть Бог поможет нам. Потому что не всегда, как? Господь, научи нас, как нам нужно воевать. Не все, понимаете, сейчас, так тут Давид взял камень. Ну да, это же, мы же понимаем, что это война не плоти и крови, а духов злобы, этой поднебесной, все эти самые вещи, правда? И мы понимаем, что происходит сейчас. Аллилуйя. Да поможет нам Бог, друзья, чтобы мы могли бы просто входить в это и видеть. Но он знал, кто он был помазан, правда? Он еще даже не был поставлен на царство, и он знал, что это же что тебе придает веру? Ты еще не до конца дошел, так не бойся. Бог тебя настолько уже провел. Так иди дальше, Бог позаботится об дальнейшем. Просто иди дальше, просто смотри, как Бог будет поборать. Впереди будет идти ангел. Кто такой ангел? Ну, Дух Святой. Та атмосфера, тот свет, правда? Который окружает, в котором невеста и находится. И поэтому, понимаете, он что увидел? Ну, он же не обрезанный. Ну, как помните эти вещи? Поэтому чего бояться? Мы должны понимать эти. Мы в завете ведь. Поэтому перед новой землей, в обетованную землю, все там было переведено в порядок. И сейчас это слово нас тоже подрезает, обрезает все лишнее. Аллилуйя. И да поможет нам Бог, друзья. Просто когда мы будем сейчас заканчивать, я хочется, может, пусть музыканты пройдут, чтобы мы могли бы просто еще... отдаться Богу, чтобы мы могли просто, если у нас есть какие-то нужды, чтобы мы могли бы просто это принести, друзья, потому что я верю, и как Брабранка говорит, тот ангел, который вел, это вот тоже опять в этой проповеди, который вел детей, израильский народ, через море, через пустыню, в обетованную землю, сейчас фотографирован, и говорит, там есть эти снимки. И он обращается, и он говорит, я говорю это с уважением. Говорит, тот же ангел находится здесь. Он тогда говорил, и, друзья, нам нельзя по-другому сказать. Я это верю от всего сердца, потому что если мы говорим его слово здесь, а говорит, я и слово одно, слово и дух одно, понимаете, и это истина, так значит, он здесь. И, понимаете, нам... если бы мы сразу все видели бы, но вам и так Бог приоткрывает. Но не было бы тогда, если бы сразу все он бы открыл бы, тогда веры не нужно. Понимаете? Поэтому он даже пророку не все, когда он был на той стороне, за завесой, он все равно не все знал, потому что он знал, что он его поместит обратно на землю. И если ему было бы все открыто, он говорит, я это знаю. А помните, он говорит, и я раньше там предъявлял ему что-то, и это говорил. Он говорит, не обязан он мне перед всем отчитываться. И Илии был, и Елисею, говорит. Он сокрыл это, помните, когда ребенок умер. Но она шла, женщина, верою. Все хорошо. А потом как уцепилась за ноги. Пусть это так сделает, друзья, тот нуждающийся, тот сделает, уцепится за ноги. Откуда приходит избавление, откуда приходит прощение, свобода? Сможем ли мы заявить права и встать просто и сказать, ты не можешь, понимаете?
Ты должен просто осознать, может, это время, или мы, понимаете, друзья, мы что-то можем думать, что-то особенное должно произойти, а Бог просто хочет, просто, брат, сестра, друг мой, двигайся верой. Допустим, ты хочешь нечто, ты пришел здесь для чего-то, а Он хочет, если ты хочешь это, ну давай тогда отдай мне свое сердце, а я тебе дам то, что ты, может, хочешь, в своем сердце держишь. Правда? И помните, он говорит, Господь, я тебе обещал, помните, про тех оленей и все. Говорит, я не забыл. И я, говорит, не забыл о своем обещании. Бог никогда не забудет. Бог никогда не забудет, друзья. Ходим ли мы там этими кругами и все такое, но просто он для чего бывает? Чтоб осознание, кто ты такой, кто я такой, кто мы такие вообще, для чего нас Бог призвал? Может, это какая-то горстка? Ну и что? Как брат Бамбах говорит, здесь небольшая такая аудитория, небольшое это. Ну, говорит, что здесь происходит? Я, говорит, говорю со всей ответственностью, с богобоязнью. Этот же ангел здесь, его присутствие здесь. Кто мог бы просто коснуться его? А как можно коснуться? Верою. Как Иаков коснулся. Обманщик, трус. Но тот ангел, он изменил его полностью. Он изменил его всю внутренность. И он дал ему новое имя. Вот это, понимаете, жажда. Не отпущу, пока не благословишь. Время иссякает, друзья. Солнце идет к закату. И Брабанка говорит, тебе не надо, брат, друг, там, откладывать это сегодня, это время благоприятное, сегодня день спасения. Сегодня. Он хочет, чтобы мы просто поднялись бы и просто заявили бы права. Я больше не собираю, ты больше меня не будешь угнетать. Там дух такой-то, такой-то. Это не надо сейчас, понимаете? Мы можем Богу сказать, правда? Или мы можем сказать, Господи, я стою здесь за моего брата, за мою сестру, за моих родных. У меня еще не все спасены. У нас есть. Что делать, правда? Аллилуйя. Но на что мы смотрим? Кто с нами сегодня? Ну, кладезь бездны тоже открыт. Но и другой ангел снизошел. Как бы мы все это знаем, все это проходили. Но просто он хочет встать. Говорит, между вами и этой проблемой. Между вами и этой болезнью. Между вами и этой смертью. Правда? И так дальше, дальше, что бы мы ни говорили. Аллилуйя. Бог богатый милостью. Давайте мы поднимемся. О, Господь Иисус! Мы говорим о тех вещах, в которых есть сила, в которых есть жизнь, в которых есть эта истина. Есть сила победы. О, Господь! Ты сказал, испытайте меня. Я хотел бы, Господь Иисус, встать с Твоим народом, Господь, и стоять здесь также, Господь. Если мы обрели благоволение пред лицом Твоим, как это говорил Авраам, как это говорил Моисей, как это говорил Иисус, и показывая о благоволении Его детей, что вы не попросите пред Отцом, то получите. Кто был Отец, Дух Святой? Аллилуйя! В эти последние дни, в эти времена, Господь, о, Господь, когда этот свет настолько проник, осветить всякую тьму, а убрать ее, и убрать ее с наших жизней, всякие эти пятна, Господь, как запачканную одежду, о, Господь, Ты хочешь
в эти дни, чтобы были эти победители, которые воссядут в этом последнем периоде. Награда воссесть в престоле, как и Ты победил и воссел в престоле Отца. О, Господь, мы не хотим променять ни на что. Это самое лучшее, что может быть. Эти добродетели Иисуса, это вера Иисуса, это терпение Иисуса, это познание Иисуса. О, Господь, благочестие, братолюбие, любовь, это все Иисуса. О, я не хочу ни на что променять. Подними меня, Господь, дальше. Поставь эту печать, Господь. Может, эти демоны одолевают церкви, одолевают людей. Психбольницы переполнены, Господь. И Ты просто, Господи, мы видим, что этот мир сходит с ума. Но есть Тот, Который запечатывает, Тот, Который хранит своих, в том месте убежища. Те, которые под крышею, под тенью Всевышнего, покоятся. О, что за покой! Что за благодать! Что за любовь! О, Отец! Пусть это будет алтарь, каждый, где кто находится. О, мы хотим просто небольшую инвентаризацию провести. Пока Твой свет здесь, Твое присутствие здесь, Твои ангелы здесь, Отец. О, Твое кровоточащее слово здесь, оно омывает, очищает нас. Ты не хочешь, чтобы мы просто застряли бы в оправдании. Ты хочешь, чтобы мы шли дальше, чтобы мы шли, Господь, кто получил оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Господь, мы знаем, что это сейчас то время. Не было таких дней, когда ранний и поздний дождь сходит вместе. Аллилуйя. Ты просто смотришь на наше желание. О, я жажду. Я жажду, Господь. Как сказал Давид, как лань стремится к этим потокам воды, так моя душа жаждет к Богу моему, живому Богу, не Богу историческому, не Богу прошлого, а Бога я есть. Аллилуйя. Коснись своих детей. Снизойди, Господь. Дай нам расслабиться в этой атмосфере Духа Святого. В этой такой простоте, Господь. Мы взяли просто простые вещи, простое слово, Господь. Но это важное. Ибо Он благоволил дать вам царство. Его благодать. Его благоволение на вас. О, Отец. Дай нам это, Господь. Дальше, Господь Иисус, идти, одолевать этой землей, сражаться, то, что мое, то, что наше, то, что Ты мне открываешь, нам открываешь. Это наше наследие. Господь, Вы, как в книге Иисуса, нам, я и мой дом, мы будем служить Господу. Когда закон, Моисей символизировал закон, когда раб мой умер, когда закон умер, это вступает, эта благодать. Она всегда была, она есть и она будет. О, Господь, мы это видим. Дай нам не забыть это, Отец. Эти вещи для нас очень важны. Мы просто нуждаемся в оживляющейся Твоей силе. Отец, пусть Твое Слово соделает это. Как тогда Ты шел, избавлял свой народ. Физическом, естественно Ты вел. Так Ты сейчас приходишь и духовно даешь. И это Твоя жизнь. Твое присутствие – это жизнь. Твое помазание, Твои слова. Куда нам идти? И он совсем не боялся. Когда те, они радовались. А потом они не распознали. Они подумали, что каннибал. Как это пить кровь? Как это есть эту плоть? А он говорил этими духовными вещами. Но наедине. Ты нам говоришь наедине. Счастливые вы, блаженны вы, что вы можете это видеть, что вы можете это понимать. Просто верь этому. И у тебя ухо это открыто. Многие хотели это видеть. Цари, пророки, Господь, пошли эту благодать. Послужи нам сегодня в этот вечер. Излей свой елей. Отец,
чтобы победы были бы, Господь, чтобы мы слышали бы свидетельства. Этот ангел сейчас здесь, который вел детей израильских. Это когда-то было фотографии. Нам не надо держать портрет. Это было переживание пророка. Но сейчас, Господь, мы читаем в Откровении 10, ты снизошел с этой раскрытой книгой, с этой радугой над головой. О, Господь, это сейчас наше переживание. И с 8 по 11 стиха это наша жизнь, это наше действие. Господь, когда мы это съедаем, съешь это, ешь это. Приходи с каждым служением, ешь это. Каждая проповедь, каждое слово, ешь это, потому что тебе надлежит пророчествовать. Это не просто как у пятидесятников. Свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Господь, это Откровение 19, когда невеста приготовила себя, и дано было ей облечься, дано было ей одеться в весон чистый и светлый. Это Твоя праведность, это праведность святых, это праведность, которая, Господь, пришла через кровь, через Твой подарок с Голгофы. Аллилуйя! Господи, что же нам делать? Просто идти вперед. Боже, снабди нас этой жаждой, духовной жаждой также, Господь. Аллилуйя, прошу Тебя, чтобы дары Твои тоже действовали, Господь. Спасибо за помазание Духа Святого. Господь, мы просто ожидаем, и Ты, Господь, сходишь. Спасибо Тебе. Мы читали о Тебе в Слове, мы читали про Себя в Слове. Господь, поставь эту печать. Поставь печать на тех верующих, чтобы никакой ангел-губитель, никакая-то язва, ничего не могло бы коснуться Твоих детей. Хотя у нас бывает даже скорбь. Но если немного мы поскорбим, эти временные страдания ничего не стоят с той славою, которая откроется в нас. О, Боже! Как нужны нам эта мудрость, сила! О, Господи, а Ты приходишь с этим словом, в котором есть эта мудрость, в котором есть эта сила, есть это познание, все эти добродетели, Господь. О, Отец, это прекрасно. Мы не останемся без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. А Ты сказал нам наступать на всякую вражескую силу. О, Господь, мы хотим просто двигаться. Господи, как эта армия, как невеста, она просто двигалась под этот марш воины Христа вперед. И она подымалась от земли. Благодарим Тебя, Господь. Усмотри благое, Господь. Если у кого-то есть какая нужда, какая бы она ни была, какое бы ни было бы угнетение, какая бы проблема ни была бы, Господь Иисус, сейчас мы находимся в Твоем присутствии, где ангел Господень здесь, который пришел поборать за нас, пришел помочь в нужде. Аллилуйя. О, Боже. Взгляни в сердца Твоих детей. Там есть эта небольшая комнатка. Я верю, что там есть эта вера. Там этот хозяин дома есть, Господь. Помажь их еще больше. О, Господь, пусть этот свет так засветит огнем Духа Святого, чтобы все темные закоулки, все темные места были бы выжжены. Взгляни на наши руки, взгляни на наши желания. О, Боже, мы хотим двигаться с ангелом Господним, с этим Духом Святым, с нашим проводником. Отец, доверяя Тебе, как эта группа верующих, которой Ты открыл имя Свое и назвал нас по имени. Аллилуйя.
Мы доверяем Тебе, Господь. И сейчас мы хотим, также хотим исповедовать верою. О, Господь, у кого бы никакая была нужда, болезнь, проблема, тягость какая-то. О, она просто... Ты здесь встал между этим человеком и этой проблемой. Помоги твоим детям сделать шаг верою. А ты просто посмотри, как они будут делать это, Господь, наступая на эту шею, которая, Господь, этот дух может, дух болезни, какой бы дух ни был бы, мучил бы, мучитель этот. Но пришел конец этому всему. Аллилуйя. Потому что Дух Святой пришел, а где Дух Господень, там свобода. О, Боже мой, мы хотим воспеть эту свободу. Благодарим Тебя, Господь, за Дух Святой, за это живое слово, за этот обоюдоострый меч. О, Господь, мы хотим пророчествовать, хотим изрекать ту победу. О, Господь, сейчас, когда уста открыты, глаза закрыты, головы, может, склонены, скажи Господу то, что Он хочет, чтобы ты сказал. О, я верю, что Он побудит тебе сказать правильные слова. Господь, я хочу просто стоять с твоими детьми во имя Иисуса Христа. Пусть это начнется пророчество, пусть эта хвала начнется. О, пусть придет конец всяким недомоганием, всякому духу-мучителю. О, Боже! Аллилуйя! Пусть ноги твоих детей встанут и одолеют то, что, может, мучило их, или то, что они страдали. Они думали, что надо это нести. А Бог приходит и говорит, не надо это нести. Я отдаю свободу. Я отдаю. Я прихожу с этим покоем, с этим благословением. О, я просто хочу, чтобы ты поднял свою руку. Возьми за этот провод проводника. И несмотря, что, может, тучи были, так тяжело было, Бог открывает тебе, как открыл своему слуге. Там есть эта гора, на горе ураган. Он увидел, есть башня управления. И в связь, эта телефонная связь была восстановлена. Спускайся сейчас. Спускайся, иди домой. Чтобы мы могли пойти к своим семьям. Аллилуйя. Для нас это не просто история. Господи, соделай. Соделай это реальностью. Вновь коснись своих детей. Чудной и святой рукой. О, Господь, я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Твой свет озарит, уберет всякую тьму. Господь, пошли Твой Дух Святой, пошли Своего Утешителя, Господь. Аллилуйя. Этим ранним и поздним дождем во имя Господа Иисуса, пока эта вера здесь переполнена, Господь, о, я хочу идти, Господь, в Твоем этом сиянии. Ты дал эту одежду, семицветную одежду. О, брат, сестра, это Твой образец. Вот лекал, который пророк нарисовал. И эта одежда, я верю, прямо по Тебе, брат, сестра, друг мой. Ничего нет невозможного для Бога. Он в одно мгновение может открыть ум к разумению Писаний, как это Он сделал ученикам. Они многое не понимали. Но после воскресения, апостол сказал, я люблю, когда он приходит после воскресения, то есть живой, воскресший. Из всяких деменационных могил там нет его. Аллилуйя. Он с избранной госпожой. Аллилуйя. Он со своими детьми. Прими его, доверься ему. И дома будет все хорошо. О, Господь, Твоя мышца не ослабела, Твоя рука сильна. Мы приносим нашего брата Павла, Господь, с этой спиной. Посмотри, Господь, как Ты тогда посмотрел на то Красное море, и оно расступилось.
Оно разошлось. Пусть так произойдет, когда ты посмотришь на любую проблему. То, что там может зажало брата Павла, позвонок или этот нерв, что бы это ни было. Посмотри это Духом Твоим Святым и восстанови. Ты приходишь не как разрушитель. Ты приходишь как восстановитель. Ты приходишь как любовь. И знамя над нами – любовь. Ты пришел с этим шаломом. О, Боже! В то время как на вид суд, Господь. Но эта война остановлена. О, эти демоны пусть будут связаны цепями обстоятельств. Да коли есть удерживающий теперь. О, Дух Святой, в Твоих детях. О, Господи, я хочу все отдать. О, Господь Иисус, только Ты. Ты самое лучшее, что есть. И Ты самое сладкое, дорогой наш Господь Иисус. Веди нас, Господь. Усмотри нужды народа Твоего. Аллилуйя. Пусть всякий дух будет связан. Пусть Духу Святому будет здесь свобода. Аллилуйя. Благослови, пожалуйста, именинников. Я молю Тебя, Господь, за моего сына Симона. Благодарю, Господь. Ему 30 лет исполнилось. Я так благодарен, что он может служить Тебе, Господь. Помажь его еще больше веру, Господь. И пусть Дух Святой проявляется через этот сосуд. Пусть он будет всегда, Господь, наполнен, переполнен. И Твоя благодать пусть действует, Господь. Я прошу Тебя, Боже мой. Благодарю Тебя, Господь, и за Римочку, Господь. Ей тоже 30 лет, Господь. Они родились в один день. И, Боже мой, благослови ее, Господь. Замечательная жена, замечательная невестка, замечательная сестричка, замечательная мать. Боже, благодарю Тебя, Господь, за нее. Пусть Твой Дух Святой, этот ангел, проводник, ведет ее дальше, Господь. Усмотри благое для нее, Господь. Благодарю Тебя за нашу сестричку Надежду Ступакевич. Благодарю за нее, благослови ее также, Господь. Пусть ангелы ополчаются вокруг нее, потому что у нее этот приятный дух, Господь, богобоязненность это, Господь. Дай также иметь эту, Господь, выраженный свет, Господь. Пусть она будет этой солью, пусть она будет этим светильником, поставленный на видном месте. Пусть Твое помазание сопровождает ее, Господь. Усмотри благое для нее. И нашего брата драгоценного Сашу, Шевчика, благослови его, благодарю, что он также здесь. Он немножко болел, Господь, у него тоже был день рождения, мы благословляем его Твоим чудным именем. Отец, мы отдаемся Тебе дальше в руки Господа Иисуса. Мы благодарны Тебе за этот вечер, за Твое посещение. Господь, прости, если что-то сумбурно, что-то говорил, Господь. Пусть Твой Дух Святой соединит и свяжет это, Господь, и сделает доступным и реальным для нас. Аллилуйя. А мы благодарны Тебе, Господь. А у нас еще есть желание воспеть Тебе и воздать Тебе славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Входите, брат. Давайте воспоем Ему еще. О, да будет мне по слову Твоему на обетование твердо я стою. В сердце начертай всю истину Твою, по слову Твоему, Господь, да будет мне, молю. О, да будет мне, о, да будет мне
по слову Твоему на обетования твердо я стою, в сердце начертай всю истину Твою, по слову Твоему, Господь, да будет мне, молю, о, да будет мне, о, да будет мне, по слову Твоему, на обетование твердо я стою. Хочу во свете Твоем ходить, подобно как Ты. Пусть светильник мой горит в период темноты. И когда враг приходит вновь, как наводнение, Боже, дай, прошу мне откровенье. О, мы нуждаемся в его откровении. Боже, дай, прошу мне откровенье. Хочу во свете Твоем. Хочу во свете Твоем ходить, подобно как Ты. И пусть светильник мой горит в период темноты. И когда враг приходит вновь, как наводнение, Боже, дай, прошу мне откровенье. Боже, дай, прошу мне откровенье. Руками Господа я слеплен был. Меня прежде всех времен Он предопределил. Сердца моего и зо.
Господь, Он мой Отец. Господь, Он мой Отец, я Сын Его. Меня не оставит Он на всем пути земном. Все мысли на одной, боль сердца моего, и зов Он слышит мой, и зов Он слышит, и зов Он слышит мой. Есть эта цель, пусть вас Господь благословит, стремясь к этой цели. Есть цель в душе моей, жажду с каждым днем сильней, чтоб на Тебя, Господь, похожим быть. Стремлюсь постичь Тебя, совершенство цель моя, в гармонии с Тобой хочу ходить. Хочу идти, мой Господь, веди, о, пошли, свершать дела Твои, мой Бог. Хочу идти, Твое присутствие быть, позволь, Ты, любя, убираешь страх и боль. Хочу идти, себя с пути убрал, разум свой Тебе отдам, я слышу голос Твой внутри души. Влечешь по слову жить, влечешь по слову жить, совершенной воле быть, Господь через меня труд соверши. Хочу идти, мой Господь, веди, о, пошли, свершать дела Твои, мой Бог. Хочу идти, в Твоем присутствии быть, позволь, Ты, любя, убираешь страх и боль. Хочу идти, мир тьмой греха покрыт, но мой светильник пусть горит, помазан я, чтоб отражать Твой свет. Дождь поздний изливай, верой силу оживляй, и дух свой дом, где был путем побед. Хочу идти в ту страну, веди, ждет меня там Теофания, мой Бог. Хочу идти, дай ощущать вечно вновь и вновь наяву совершенно.